Всем привет, друзья! Продолжаю тему мускусных уток или недоуток. Вот, покажу, вот насыпал кукурузу, наконец-то дошли руки вырвать на огороде кукурузу, доломать. Кочанами покидал, что курочки, что уточки, вот так обскубут, и все нормально, кочаны поубираются. Ну, сейчас пойдемте в сарай. Свет включил. Не знаю, вспышечку сейчас включу, будет виднее. Тут же как и сидели, так и сидят вот эти две уточки. Друг другу не мешают, не конфликтуют, пускай сидят. И вот это вот одна. Просветил, ребят, яйца. У правой все оплот. Даже не посчитал, наверное, в районе 17-15, где-то так. По количеству. А у левых тоже не считал. Ну, порядка 20. 25, наверное, на двоих. Там было штуки 4 неоплода. Может, тогда еще когда подносили, у нас были морозы, может, подмерзло, может и неоплод. Уточки молодые, где-то, может, селезень промахнулся. Так вот, сидят. Только что одна вот эта рябенькая слева гуляла. Ну, вернулась. Как раз пока одна оставалась, вот эта черная. Я яйца и просветила. И, кстати, у правой вот это, не знаю, двое куриных было, курочки поднесли. И у левых штук 5. Пришлось их убрать. Мне сейчас цыплята не надо, тем более они разнобойные. Я просветил, они развиваются, но пришлось ребят выбросить. Цыплята буду отдельно лупить, или под кочками, или в инкубаторе. Ну, сейчас мне не надо вот этих 3 цыпленка с промежутком через день, но пришлось выбросить яйца. Хотя они развивались. Ну, хорошо, что на ранних стадиях, поэтому ну, не так жалко. Так что куриные яйца позабирал у уточек. Вот так вот. Сейчас пошли покажу дальше. Дальше, кто помнит, у меня вот тут одна уточка сидела, я забрал яйца. И вторая сидела, нанесла и забрал яйца. Сейчас курочка здесь сидит. Яйца позабирал, уже заложил их в инкубатор. Уже неделю лежат в инкубаторе. Почти неделю. То есть я буду часть садить, а часть инкубировать в инкубаторе. И вот видно какая-то еще одна уточка. Может та, у которой забрал, уже неделя прошла. Вот появилось одно утиное яйцо. То есть еще одна уточка начинает опять нестись. Вот это я, возможно, посажу. Забирать не буду. И вот, ребят, сверху, кто помнит, я показывал, тут было небольшое количество, но уже пуха подорвало. Сколько здесь? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 яиц. И пуха уже уточка подорвала, значит, я думаю, скоро будет садиться. Еще не решил, это сегодня-завтра у меня есть, сегодня-завтра я на даче в селе. То есть подумаю, забирать или не забирать. Может, заберу я эти, положу в инкубатор. А может, пускай и садится. Еще не знаю. Не решил. Так, и в принципе, сейчас гляну. Может, где еще уточка несется. Это куриные гнезда. Карликовая курочка уже села. Села, но никто ее не подсыпал, не знаю, буду подкалывать. Нет, больше утки нигде не несутся. Вот это и все. Ну, в принципе, мне не сильно и надо, чтобы в куриных гнездах утки неслись. Пускай лучше несутся там, где им надо. Вот два места. И там раз, два, три, на 7 уток хватит. С промежутком, если яйца забирать, то нормально. Так, это сколько? Вот это уже сидит, наверное, 2 недели. Ну, эти, получается, 2 недели, может, на пару дней позже. Вот этих, не знаю, ребят, что буду делать с утятами. Может, даже попробую продать. Если не будет продать, то отдам их одной утке. Какой-то из них. То есть всех утят отдам одной утке. Ну, а следующие пускай несутся опять. Скорее всего, от вот этих двух отдам утят вот этой. Ну, или попробую продать утят. Мне слишком много тоже не надо.
Все в инкубаторе лежат. В общем, пока выводим, а что с ними делать, еще не знаю. Желудочки как-то место поменяли. Как-то некрасиво сидят. Тот новоприбывший селезень, я видел, уже топчет уток, но все равно он как-то, старый селезень его гоняет. Сейчас, может, пойду покажу. Вот это старый селезень. Он, кстати, соседский ходит. У соседа утки все сидят, так ходит к нам. К нашим уткам. Вот старый. А вот тут же молодой. Он уже купается. Уже выкупался. Еще он залиняет, перелиняет. Будет красавец. Я видел, вот так тучит. Домой уже не убегает. К соседу, в смысле. Уже освоился. Вон, увидел утку, наверное, пойдет за уткой. Нравится такая мне раскраска уточек. Беленький с черненьким. Еще бы хотелось беленьких. Сереньким. Чисто белых не хочу. Хочу таких разноцветных. Да, ребят, в содержании мускусной утки это самый идеальный вариант. Тихо, спокойно во дворе, никто не кричит. Сами несут, сами садятся, сами выводят. То есть мамки идеальные. Растут, конечно, дольше, чем кряковки, но это ж такое. Заметил, пошла коричневая уточка в сарай. Хочу посмотреть, кто ж там внизу несется. Может, это она и несется. Ну, что-то она зашла, меня увидела и пошла, да? В другую сторону. Все, ребят, в принципе, утят. Вот так показал. Уточки сидят. Кому интересно, пишите. Буду показывать и снимать уточек и дальше. Ну или уже покажу с утятами, как выведут. В общем, посмотрим. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Всем хороших выводов. Всем удачки. Всем пока.